начинаем с помпажа. Помпажа. Так. Так как у нас только одна штучка, а нужно, чтобы двух сторон сразу было, мы второй рукой просто помогаем себе. Делаем те же движения, что и первая рука, которая непосредственно с баночкой. И по верхнему краю идем. Идем вдоль ушка. Меняем руки. Вот так, раз. Потому что мы же не прокачали самой с баночкой, да. Только рукой прокачали. Делаем все то же самое, только баночкой. С другой стороны. Вот так пальчиком отгибаем. Чтобы ну, ногтями там не надо ковырять. Только пальчиком. Идем по верхнему краю. Все, включаем другую программу. На ноль ставим, вообще на ноль. И начинаем делать лимфодренаж. До 10 часов. Меняем руки. Идем здесь. Довольно-таки медленно. Все это надо делать. И надо выбрать для себя, как вам удобно, чтобы были провода эти. Под глазками близко не надо, чтобы вот это вот затянулось тонкая кожа. Вот это вот терапевтические линии. Да, количество масла этого вполне достаточно. Больше не нужно это делать. Вот, вы просто иногда поглядываете в свою записочку, смотрите как-то. Забыла. Нет, смотрите, дальше идет так. А, височек. Я делаю по три раза весок, хотя можно сделать один, это просто я делаю так для себя. Сливаем. У нас тут лимфодренаж. Мы сливаем. Все, что мы насобирали по теле, с нижней трети лица. Ну, он вот так вот скрипит, пищит, там, ну, все внимание обращает. Движение, оно очень такое, ну, непростое. Вот, вы его вот так вот захватываете и вот так вот делаете. То есть ничего мы фактически не растягиваем. Немножко неправильно, надо было вот здесь доделать лоб до конца, а потом уже на это движение ходить. Но это не принципиально. Спускаемся вниз. Вы можете придумывать даже свои движения. Сейчас я вам покажу. Ну, пока, наверное, лучше не придумывать. Лучше по классике.
ручные. Ага, да. Так, и идем. А? Для Наташи как раз очень хорошо. Ну вот я как бы здесь приходится только одну руку задействовать, да, но я вторую тоже рукой заглаживаю, то, что я делаю. То есть это я как бы сама так придумала, вы там, я говорю, можете четче будет. Дальше вы снова повторяете руку. Вот в этих местах будьте осторожнее, потому что там могут быть оставаться красненькие пятнышки на шее. Но они потом, конечно, уходят, но все. Все, мы сделали лимфодренаж, увеличиваем до 0,7. И снова повторяем лимфодренаж. И вот смотрите, у вас остается вот в этой руке там с прошлого движения. Вы на этой руке так и продолжаете следующее движение. Не меняете туда, сюда, там, да. Потому что все это отнимает у вас время и плюс лишнее движение, да. Мы делаем на 1,7 ставим. Ставим на 1,7. Угу. Сейчас переворачиваем. Ставим так. 1,4. Так, я не знаю, что я что-то. Ну что, ставим на 1,4. И делаем лифт. Лифтинг, он почему-то медленнее всегда идет. Лимфодренаж, хотя лимфодренаж тоже надо делать медленнее. Здесь все движения вверх. Делаем вроде бы то же самое, но поднимаем вверх. Там мы просто кушам шли, а здесь мы поднимаем вверх. Все поднимаем вверх, к вискам. Теперь мы делаем то же самое, только наискосок, отсюда к вискам. Таким веером расходимся, ушком.
переходим на шею. На шее тоже делаем веер. Стараемся, чтобы мы, ну, вот в ритме были. Вам звук аппарата подскажет, в каком ритме. И вот этого движения нет следующего, но оно как бы вот логически, мне кажется, что здесь идет, поэтому я его делаю. Я делаю такое движение. Потом выйти, а то потянется ткань. Вот, присосались, провалились и вышли. Присосались, провалились, присосались. Дальше мы опять делаем то же самое, но здесь уже немножко помедленнее. Здесь обязательно поддерживаем. Заглаживаем. На самом деле массаж очень расслабляет. Расслабляет. Я думаю, да. Что подтягивает тоже, наверное. Угу. Ага. Человек просто засыпает. Угу. Да, вот реально. Очень переходим хорошо. Снова к лимфодренажу. Для этого мы ставим на север. Вошли в программу? Да, вошли, значит. Ага, ну мне так бывает уже. Ага. Мы ведем посередине, да, между. Вот здесь, опять же, этого нет, но вы можете это сделать. Перед лимфодренажем можете снять и сделать глазки. Да, глазки. Ну, у Наташи просто здесь вообще как все нормально. А так можно поработать на глазках. Можно поработать на глазках.
перед дренажем. Самое главное не утопить, потом ее прокрыть. И вот эта штучка, она вот для этого. Вот я вам показала, для чего.